Банк Нива. Люди навстречу людям. Понедельник в Самарской области пасмурно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, плюс 15, плюс 17 днем, ночью 9-11, выше 0, юго-западный ветер 5-7, порывы до 15 метров в секунду. В Сызрани облачно, дневное время плюс 16, ночью 11 с плюсом, юго-западный ветер 7 метров в секунду. В Тольятти пасмурное небо, небольшой дождь, в дневное время плюс 15, ночью 10 выше 0, юго-западный ветер 6 метров в секунду. В Самаре пасмурно, днем плюс 16, ночью плюс 10, юго-западный 7 метров в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 40%. Здравствуйте, вы позвонили в банк Нейва. Ваш звонок очень важен для нас. Но важнее то, что мы ценим живое общение со своими клиентами. Что у нас надежное и комфортное РКО для бизнеса любого размера. Банк Нива. Люди навстречу людям.